Привет и добро пожаловать на канал Inform TV. Прошло уже 2 года после смерти знаменитого российского исполнителя в жанре шансон Вилли Токарева. 4 августа 2019 года его не стало в реанимации московской больницы в возрасте 84 лет. Причиной ухода стало онкологическое заболевание. При этом все произошло довольно быстро. В мае 2019-го певец впервые обратился в больницу с жалобами, а через 3 месяца был похоронен на Калитниковском столичном кладбище. Не случайно выбрали именно это место в Таганском районе Москвы. Вилли Токареву в 2006 году присвоили звание почетного жителя Таганского района. С первого раза будет очень трудно отыскать место упокоения любимого шансонье. Кладбище довольно старое, на некоторых участках могилы настолько близко друг к другу расположены, что нет между ними прохода. К тому же на могильном участке Токарева нет огромного монумента, с дорожки виднеется лишь верхняя часть установленного креста. Поклонники с досадой отмечают, что для такого легендарного человека могила уж слишком скромная. У других знаменитостей памятники мраморные или статуи бронзовые и ажурные кованые оградки, а тут просто крест с травой. Несмотря на то, что место захоронения музыканта очень скромное, здесь все ухожено и аккуратно. Нет памятного знака, зато стоит большой лакированный крест из светлого дерева, и по прошествии 2 лет он в отличном состоянии. Могильный холмик покрыт дорогим газоном, за травой, на котором регулярно кто-то следит. Вдова Вилли Токарева Юлия Бединская сейчас живет за границей. Сын Милен и дочь Эвелина, которых она родила, тоже живут в США. Если вы помните песни замечательного шансонье, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!